Всем привет! Граница желтого и белого — это вторая часть задания отраженной драконьей жемчуг. Находится эта миссия, а рядом с этим телепортом я отдалю камеру. Поехали! Надо вспомнить, что нам требуется. Застрявшая в дикой природе решительная молодая женщина стремится провести священный обряд. Это мы уже помним. Отправляйтесь к одному из мест проведения обряда, основываясь на информации о девушке. К северу от перевала Небесной Сферы на границе Желтого и Белого. Ну, если метка стоит, значит я уверен, что все правильно мы делаем, да? Успокаивающего... Что это? Это потому что я поплавал, что ли? Достижение мне за это дали? Так, ладно. Ух ты, мы нашли. Боевые петухи. Нет, это непонятно, что это. Я не хочу сражаться с ними, погоди. Ну ладно, все, угомонитесь, пожалуйста. Не до вас. О, там сундук, смотрите. Все, не отстали, нет. Ребят, вы что, прикалываетесь, что ли? Ладно, короче. К сожалению, мне придется наказать их. Куриный суп сделаем. Поглотить можно. Это, ну, что-то новенькое. Это гном, Кзуар, что? Ну ладно, у нас уже есть. Теперь активировать, поехали. Вау. Надо будет подумать, как реализовать все это. А, нет, подожди, а что нам мешает? Повернуть надо. Да, все работает. Какое великолепное место, а? Ни одной идеи нету, что мне с этим делать. Там все застыло. Пройти не могу. А, смотрите. Ну... Нет, непонятно. Короче, надо подсказку где-то здесь искать, да? Чистая отмель. А, вижу, смотрите-ка. А? Ну, секрет. Это только одна штука? Да ладно, это на изи. Так, погодите, поглотить там было, нет? Или мне показалось? Ладно, повернуть. Да! Соедините светлый путь с алтарем сияния! Почему так тихо у меня музыка играет, я не понял. Так, эти ребята, я не знаю, есть ли смысл их уничтожать или нет. Мне кажется, просто повернуть можно, смотрите, реально. А, нет? Ладно, там сундук стоит, поэтому давайте. Он не поворачивается. Я пытался. Есть, вы посмотрите, как долго. Как же долго я их убиваю, а? Это нечестно. Вроде бы я вообще все прокачал. Единственное, что, конечно, 60 уровень, а не 63. Но это, в принципе, не должно же сильно влиять. Это очень странно. Swift and resolute. Strike from shadows. Moment of resonance. Так, отлично. Давайте сначала сундук заберем. An unexpected discovery. Работает.
Каменный голем! Придется мне поработать над этим. Ага, понял тебя. Погоди, третий что ли есть? Вот это они, конечно, сделали. Я не заметил. А, можно колокол сначала взять, секунду. Есть. Он пытался убежать, а не получилось. Ничего себе путь, а. Так, ладно, а если этих не бить? Давайте просто повернем, попробуем. Ну реально же работает, зачем их всех убивают? Во, все отлично. Там с... О, я... Что? Надо было их убить, да? Ладно, я тебя понял. Так, завершите обряд. И... Мне нужно, конечно, встать в определенное место, но я, к сожалению, это не сделаю, пока этих ребят не уничтожу. Мешает очень сильно. Жесть, как же мне больно. Они еще замораживать умеют. Ничего себе. Интересно. Так, этот тип последний, надеюсь. Так, отлично, замечательно. Теперь нужно куда смотреть? Какое место? А, в пасть. Смотрите, пасть. Есть, работает. Да. Испытание завершено. Мы, получается, прошли еще одну часть. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.